Город должен знать лучших своих представителей из числа подрастающего поколения, убеждены организаторы праздника. Не случайно и программу Дня молодежи начали с торжественной части, во время которой чествовали самую активную, любознательную и целеустремленную молодежь. Молодость и юность – это тот период жизни, который проходит достаточно быстро. И счастлив тот, кто смог в этот период реализовать все возможности, которые дает жизнь. Счастлив тот, кто умеет сохранить это ощущение юности и молодости на протяжении всей своей жизни. Поздравляя сегодня слобожан с Днем молодежи, я желаю только позитивного отношения к жизни. Выпускникам 2017 года найти свой путь в этой жизни. С Днем молодежи! В этот день на сцену для награждения поднимались школьники. Они хорошо известны в городе. Шестеро самых успешных являются победителями конкурса на получение денежной премии администрации города. Матвей Жуков, Ефим Огнев, Полина Сабанчеева, Ольга Авилова, Дарья Сорокожердева, Арина Шматок. Эти девушки и парни успешны в учебе, творчестве, спорте. Занимаются многим, находят силы и возможности. Гимназист Матвей Жуков, например, больше всего увлечен филологией. Изучать свою культуру, свой язык – это всегда интересно, мне кажется. Потому что он таит в себе столько тайн, он такой сложный, для иностранцев даже кажется. И для меня он частичка меня. В следующем году планирую выйти на регион по русскому языку. Очень постараюсь. Все зависит от удачи, от того, как буду готовиться. Цели на перспективу, распланированное будущее. Кто-то скажет «скучно». Они ответят «интересно». У каждого из них есть мечта, который приближается с каждым днем, участвуя в школе, добиваясь побед в учебной деятельности. Надо ходить на олимпиады хоть с каким-нибудь, но с удовольствием, хотя это достаточно трудно в нашем случае. Во-вторых, это надо периодически все равно учиться и узнавать все равно что-то новое, что-то выходящее из школьной программы. Тогда все получается. Карты молодой человек может поменять свою жизнь, поменять жизнь многих людей с помощью своих талантов. Города украшает своим присутствием все мероприятия, участвует в них, создает настроение. Одни активно занимаются творчеством, танцевальным, песенным, художественным. Другие добиваются спортивных высот. Есть среди молодежи и те, кто занимается патриотическим воспитанием. Участие в патриотических мероприятиях, таких как 9 мая, пахта памяти, 22 июня, память героям павших на войне и участие в юбилее войска этапа. Всего в этот день награды получили 8 курсантов военно-спортивного клуба «Этап», 9 волонтеров информационного общества и 27 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.